Pritchett went to the space. First human in the space. But I think the holiday will be almost over. Go to the park anyway. It's not easy to get prepared with a small child who didn't want to get up while sleeping. Ой, короче, едем наконец праздника Дня космонавтики. Мы хоть в парке погуляем в такую погоду хорошую. Сложно собраться с малышом. Ну вот наш обычный маршрут с достопримечательностями Сахалина на заборе. Но сейчас не очень видно, солнце так падает. You can probably not very well see the drawings on the fence. Sightseeing of cycling. Our usual route to the park, the quickest one. Our favorite church. Who watched my videos already know the private sector. The houses, big houses. Так что тут? Passing by the museum, historical museum, the church. Entrance to the church and another museum of victory. There you go. And the mountain where I still hope to ski this weekend. Короче, проехали достопримечательности. Вот что-то тут скорая стоит. Танк еще там, видите? Трактор. Что тут только нету сегодня. Танки, тракторы. Какую-то новую поставили. Фиговину. В общем, видели, да, музей истории, музей победы и что, церковь и гору, вот гора, заезд на гору. Надеюсь, еще завтра покататься на лыжах. Сегодня у нас 10 апреля, но обычно еще сезон открыт. Там, конечно, так себе на горе, поплавать можно или на льду вечером покататься. Ну ничего, закроем сезон. Очень надеюсь. I still hope to go to the mountain tomorrow to ski. We are today 10th of April and normally the skiing and snowboarding season is not yet closed. So I shut up for some time because if not I may not have enough memory if there is something still going on in the park. Короче, я пока замолкаю, то потом памяти не хватит. Все-таки достопримечательность еще одну покажу, которую вдруг кто не видел. Это вот у нас, что тут, Площадь Славы, бывшим героям памятник. This is the Glory Square. Посмотрите, как там красиво вдалеке за гидростроем горы видны. So the Glory Square is dedicated to the victory in, as usual, World War Number 2. And we see the beautiful mountain in front of us. Let's not get too much distracted. Наша любимая гостиница Санта. Тут и лесок, и велосипедист уже. Что-то такое у меня тут с камерой, не поняла. Это так, проезжают на коляске. Едем. Гуляет уже, смотри, народ по лесу, клещей ловит. People are walking in the forest, trying to catch some ticks. Bad joke. We have dangerous ticks. Well, some of them are contaminated, but mostly, I don't know anyone who got infected, luckily. Ну, это место уже все знают, кто смотрел мои репортажи. Но извините, больше пока, знаете, сижу на месте, я никуда не езжу. Только из прошлого можно посмотреть там. Сейчас коронавирус, и с малышом не разъедешься. Что-то у меня впечатление, что припарковаться негде будет. Так что первое попавшееся место паркуемся. Вот зоопарк. Вот и зум, as you may already know. And the park to the left. Ну и зоопарк. Гостиница наша любимая. Где можно чай попить. My favorite hotel, where you can stop for some tea or coffee. Мегапалас, наверное, что называется.
Traffic jam. So I suspect there are no parking places, probably. Это курточка блестящая, девушки. Короче, пробка. Наверное, мест нету на стоянке, блин. Так вот, приезжать под конец. Хотя уже должны уезжать тогда они все. Вот сколько народу еще. See how many, how much people in the park. Что у меня камера плохо стала фокусироваться. Не вырезать же каждый раз. Many people in the park again during Europe's isolation and lockdown. I wanna say here it's difficult even to pass sometimes. Ну вот Европа вся закрыта, комендантский час, а у нас вот тут в парке куча народу. Как это здесь площадка для катания на велосипедах. И place for biking for kids. А там даже вон с фигурками можно. А, на роликах что кататься. Roller skate назвал. Ой, тут даже хоккеисты летние с шайбой. А какой тут у нас оригинальный дядечка. Понятно. Танцы, танцы, танцы с клюшкой. Dances with the hockey stick. Here's the celebration. We still managed to make it. Вот смотрите, ракета. Ракеты, инопланетянин. Вот. Ну, космос. It's a space alien. And the rocket. So I don't know why the wolf and rabbit from Russian cartoons. Probably there was some cartoon about space. So let's go see in the crowd. They continue the space adventure, the space trip. Good that they are not finishing. Мы не забыли праздник. День космонавта или космонавтики? Все-таки. Ну, прямо вот день космонавта, да? День Гагарина. Ну да, в принципе, он же полетел. So they are announcing that it's day of spacemen. The day of Gagarin. They ask you to raise the hands who wanted to be a spaceman. Raise the hand. I didn't want. I didn't bother. Вот, у нас обла... Давай, поднимайся. Поднимайся. И ты хочешь стать? Давай к нам. Давай. Ты уже еще не была на нашем путешествии. You've already probably seen it in my videos. Так, три космонавта. It's good for the stability. В общем, обычно наши аттракционы. Ребята, потом, потом. Ракетка еще. Ну хорошо, стабильность, что все одно и то же. Вот рыбку ловят. Рыбку, да? Или что там ловят? Чтобы стать космонавтами, нужно излетно покататься. Да. Детки рыбку ловят. Children are catching the fish and playing the criss-cross. Трудиться. Нужно уметь что делать? Нужно что делать, чтобы быть космонавтом? Летать! Научиться летать! Ну что? Учиться летать будем? Сначала познакомимся. Зовут вас как? Так, вот тут какая-то каруселька. Ну-ка. И Марина. Как там катается. А ты на что?
посмотрим сейчас. So here are the cartoons. Need to take picture next to them. I like this. Everybody adores these animals from Russian cartoons. It's called Ну погоди. I don't know how to translate it. Kind of wait. Just wait. Hang on. Hold on. Вот детки поехали. Детки поехали. Ой, погоди, там рассказывать. Детки поехали. Как говорил Гагарин. Gagarin told you, let's go, поехали. And the kids went off to carousel. My little kid on it as well. It's nice. Let's go see what they are doing there. Сейчас тут еще какие-то, ну-ка, наверное, продается. Это бывает бесплатный чай дают даже. Yes. Quite often given free tea, but apparently today it's some bakers. Birds are singing, so they are doing the small airplanes, paperware airplanes. Поможешь? Делают. У меня одной рукой плохо получается. Помоги сделать ему ракету. Не надо, спасибо, я сама. Большое. Неправильно сделала? Правильно, только немножко. Угу. Так ты сам смотри и учись. The space music. Видишь? Готов самолет. Итак, самолет красный, синий и белый. Тихо, не пускаем. Итак, у кого же дальше пролетит самолетик? На счет 5. И мое слово, поехали. Подожди, высокий, не так держишь. Посмотри, как надо держать самолет. Подожди. Итак, у кого же дальше полетит? Кто же окажется самым лучшим конструктором самолетов на сегодня? 5, 4, приготовились. 3, не упади. 2, 1, поехали! Красный. Твой красный. Ну, это у нас коллективное творчество победило. Вот поэтому не зря говорят, ум хорошо, а два лучше.